Задача на сезон перед Северсталью стоит очень серьезная. Впервые наша команда будет бороться за путевку в Суперлигу. Естественно, это накладывает дополнительную ответственность на игроков. Как результат, скованность в стартовых матчах на своей площадке против иркутской Лок-Ангары. Я и боялся, и опасался, что лишь бы девчонки немножко не перегорели и не дрогнули. Потому что явно было, что это была не их игра, что они были скованы, закрепощены. Что чувствовался вот этот напряженность, у них не было вот этой расслабленности и активности. Вот из-за этого такая получилась тяжелая игра. Уже в первой партии «Северсталь» попадает в почти критическую ситуацию, но с честью из нее выходит. Это крайне важно, так как в этом сезоне введена итальянская система начисления очков. За победу со счетом 3-0 и 3-1 теперь начисляется 3 очка. Если побеждаешь в 5 партиях, то очками придется поделиться с соперником. На этот раз все обошлось. Благо, в нынешней «Северстали» на большинстве позиций есть равноценные замены. Благодаря этому сопротивление Лок-Ангары было сломлено. Итог матча 3-0. Было тяжело вообще-то. Сказывалось давление, что первая игра. Много новых игроков. Состав еще все-таки только первый год вместе играет. Сыгранность есть, но все равно в играх еще не хватает практики. Поэтому, конечно, было волнительно. Вот. И спасибо болельщикам, что поддержали. Все-таки родные стены помогают. На следующий день победа далась немного легче, хотя понервничать тоже пришлось. Тем не менее, задача выполнена. Снова победа 3-0, и «Северсталь» возглавила турнирную таблицу. Далее предстоят матчи в Москве против «Луча».